Начало горнолыжного сезона запланировано на 26 декабря. В этот день состоится традиционный праздник. Если позволят погодные условия, горнолыжные трассы будут открыты для катания раньше, с 19 декабря. А накануне здесь только завершился летний сезон. С 1 июня по 10 ноября на курорт приехали 750 тысяч гостей. Это на 75% больше, чем летом прошлого года. Всего же за постолимпийский 2015 год курорт принял более 1 миллиона 350 тысяч посетителей. Средняя загрузка отелей в горах этим летом увеличилась вдвое.